Ребята, всем привет! Вы на канале Great Adventures, и я вам сегодня расскажу немного о такой замечательной камере, экшн-камере, которая снимает в 4К. Называется Smart Air V6, то есть вот она находится. Она сейчас у меня в руках. Это есть эта камера. Изначально я вам сейчас немного расскажу о ее характеристиках. Во-первых, она снимает видео, у нее в 4К, Ultra HD. Также она может снимать в 1080, Full HD, 30 кадров в секунду. Также она принимает 120 кадров в секунду, то, что я сам недавно узнал. Комплект поставки довольно-таки большой. Фотографии она снимает до 16 мегапикселей. То есть, вполне хорошая комплектация у этой камеры, хорошая начинка. Ее можно использовать как видеорегистратор, хотя, знаете, стоит причем дешево. Эта камера стоит в магазине M-Video примерно 7000, то есть 6990. И я вам ее советую, да. Сейчас вы увидите видео, комплект доставки, что в нее входит. Погнали. Ребят, вот как выглядит сама упаковка этой камеры. Да, это она. Да, есть эта упаковка экшн-камеры. Соответственно, Smart Air V6. Вот сама упаковочка. Вот здесь вот находилась камера. Да. Ой, упала. Ну ничего страшного. Давайте я покажу, что идет комплектация. Так, давайте я камеру поставлю. Вот сюда. Вот таким вот образом. Что там? Так, я открываю коробочку. Ну и комплект доставки довольно-таки большой. Давайте я все это выставлю. Итак, идет сначала инструкция Smart Air V6. Руководство пользователя. Я ее потом рассмотрю. Вам все, естественно, покажу. Тряпочка. Их для протирки линзы. 4 ремешка. Вот эти 2 для крепления для головы, чтобы делать, а это чтобы делать крепление на руку. Самое главное, вот что есть вот в этой камере, это пульт ДУ. То есть вот он, это пульт ДУ. Я вам тоже его потом покажу. В следующем видео вы увидите какое-то видео, видеоблог, снятый на эту камеру. Крепление для велосипеда, для руля велосипеда, самоката. Можно даже, я не знаю, на руку себе притирать. Специальный переходник для этого крепления. Наш штатив какой-нибудь, монопод. Рамка, чтобы снимать как видеорегистратор. Или чтобы, я не знаю даже, снимать так же, как в боксе, только со звуком. Для дополнительной защиты. Такая пластиковая пластина. Логическим, с наклейкой. И две наклейки еще идут в комплекте, чтобы заменить их по всякий случай. Так. И USB-шник, USB-провод для зарядки. Мини-USB. Вот он. Вот такой вот он. Мини-USB. В общем-то, да. Давайте рассмотрим саму камеру. Достану я ее из комплекта. Так вот, давайте я сделаю вот так. Чтобы у нас на заднем плане стояла вся наша комплектация. Вот сама камера. Давайте я ее достану из кейса. Здесь тоже сюда поставим. Вот наша камера. Да. Она снимает 4К, Ультра HD. На передней стороне находятся все пометки. Пометка со значком Wi-Fi. Так, сейчас сфокусируюсь. Ладно, окей. Наверное, здесь увидите, да, то, что там написано Wi-Fi. Пометка со значком 4К, Ультра HD. Action камера Smart Air V6. Сама линза. Видим то, что есть выборок. Кнопка для включения в мод. Слева торца мы видим две кнопки. Вниз, вверх. Если нажать вот эту кнопку при снятии один раз, то вы включите режим Wi-Fi. Сверху кнопка фотографии, начало видео и LED-индикатор Wi-Fi. Когда включаете Wi-Fi, он загорается. Справа торца есть micro-USB проход, проход HDMI и для карты памяти. Карты памяти эта камера принимает 32 гигабайта до 32 гигабайт 10 класса. Чем больше класс карты памяти, тем лучше. В моем случае класс 11. Так, давайте я обратно все засуну. Камера сейчас заряжена. С нижнего торца находится отсек для батареи, который, к сожалению, я вам не могу снять и показать, так как он очень трудно снимается. Да. Батарея здесь, в этой камере вставлена батарея на 900 мАч. Так, давайте, чтобы вам не наврать, возьму с собой
Коробочку поставлю, чтобы сейчас читать. Разрешение видео. Обычная съемка 4К Ultra HD 3840 на 2160, 30 FPS. 2.7К 2704 на 2032, 30 FPS. Full HD 1080p на 60 FPS. HD 720p на 720 FPS. Но в этой камере есть замедленная съемка, но, к сожалению, она записывается без звука. Замедленная съемка Full HD 1080p 30 FPS и HD 720p при 30 FPS. В общем-то, да. Думаю, вам понятно, что происходит с этой камерой. Формат видео MP4, разрешение фото 16 мегапикселей 4608 на 3456, 12 мегапикселей 4000 на 3000, 8 мегапикселей 3244 и на 2448. Давайте я просто это покажу, чтобы не читать. Чем-то вот. Это оно все и есть. Матрица CMOS 1, черточка 3.2, Sony IMX 179. В матрицах я не разбираюсь, возможно, это даже крутая матрица, конечно. Но я не знаю. Так, нет. Дело давайте вот таким вот образом, да. Чтобы было лучше видно. Давайте я включу эту камеру. Угол этой камеры, угол обзора этой камеры 170 градусов. Да. Камера разряжена немного. Надо будет ставить на зарядку. Мы видим TF. То есть есть карта памяти. Она на 32 гигабайта, но засчитывается всего 29. Это сейчас режим видеосъемки, фото, замедленное действие. Как мы можем видеть, то что на камере, на нашей камере сейчас ничего нету. Настройки. Разрешение фото. Ой, разрешение видео. Сейчас у нас выбрано 1080p на 60 fps. Также есть 2.7K 30 fps и 4K 30 fps. Но я в любом случае буду снимать на 1080p 60 fps. Ладно, давайте уйдем из меню настроек. В общем-то, вот. Именно таким образом выглядит камера. Давайте я ее выключу. И отложу сторонку. Давайте теперь посмотрим ее комплектацию. Сам бокс. Вполне удобно. Как же открыть этот бокс? Берем вот эту вот штучку. Здесь есть маленькая. Мы ее отодвигаем в сторону. Приподнимаем вот эту часть. И открывается бокс. Все очень просто и понятно. Разобрался сам, без видео и всего остального. USB-шник для зарядки. Пластина. Довольно-таки нормальная. В следующем видео я вам покажу, как сделать из этой камеры, что правильно, ну вот из этих креплений сделать крепление на голову. Специальная рампа. Вот она. Сейчас покажу, как выглядит камера именно в ней. Ну, в общем-то, вот. Все входы-выходы открыты. И довольно-таки все хорошо выглядит. И я это тоже убираю в сторонку. Затем у нас идет специальное крепление для нашей только что площадочки. То есть вот она откручивается и закручивается. Как это все выглядит? Вот так для монопода. Там для видеорегистратора. И тоже убираю в сторонку. Затем у нас есть переходничок. И он тоже все хорошо раскручивается и откручивается. И дальше у нас идет крепление на велосипеда. А также большая. В нем есть прикладочка, чтобы не сломать руль велосипеда или же не сломать сам пластиковый зажим. В общем-то, он тоже все хорошо откручивается и закручивается. В общем-то, да. И тоже я убираю его в стороночку. Дальше идет. Пульт ДУ. Что же все это такое? Давайте я его одену на руку. Эх, тяжело одевается. Его можно носить как часы, например. Да, например, где-нибудь в бассейне. Только самая большая его проблема, то что с ним нельзя купаться, потому что он, к сожалению, не этот пульт ДУ, к сожалению, не водонепроницаемый. Именно в этом заключается сейчас суть и проблема. Чем-то так он выглядит на руке, но если кататься, например, на велосипеде, думаю, будет вполне нормально. Давайте я его застегну обратно. И уберу также в стороночку. Дальше идут ремешки.
два для того, чтобы сделать, видимо, крепление на руку. На липучках два лепешочка. Еще туда. И два лепешочка, чтобы, видимо, сделать крепление на голову, которое не будет с перегородкой посередине. Они вот здесь закрепятся. Сейчас вам покажу, как. Берем, просовываем вот сюда вот нашу ниточку, наш сам мешок. И вот таким вот образом его застегиваем. Вот и получается у нас застежка. Все просто, легко, понятно, несложно. Думаю, каждый разберется. В общем-то, да, крепления все подходят к концу. Тряпочка, чтобы протирать линзу. Давайте подую. И начинаю протирать линзу. Все выглядит хорошо. Тоже убираю сторонку. Ну и дальше идет у нас сама, по идее, инструкция. Что делать-то? Погодите, ребята. Ребята, я вернулся. Вот такая вот у нас идет инструкция. У этой камеры, да, то, что я говорил. Есть аккумулятор. Ну, в общем-то, да. Ой, какой аккумулятор? Wi-Fi. Есть Wi-Fi, да. В общем-то, да. Вот как-то так выглядит комплектация всей этой камеры. Ну, да. Заключаю саму камеру. В общем-то, да. Давайте буду заключать это видео. Говорить концовку. Так, ребята. Идет заключение к этому видео и насчет вот этой камеры. Снимает она довольно-таки хорошо. Звук записывает тоже хорошо. В следующем видео вы увидите, как подключить вот эту вот камеру к телефону. И дальше вот, как минимум на протяжении зимы, вы будете видеть видео, снятое на именно эту камеру. То есть экшн-видео, снятое от головы и со всего остального, и со всего прочего. В общем-то, да. Я надеюсь, вам понравилось это видео и за то, что я приобрел себе вот такую камеру, за то, что сейчас будет изменен контент вообще полностью. Ставьте лайки большие, подписывайтесь на канал. Я не знаю. Насчет этой камеры, кстати, это первое видео на Ютубе, снятый обзор именно на вот эту камеру, потому что это новинка на рынке. И я ее решил купить. Ссылка на группу ВК в описании, как обычно я говорю, видео. И ссылка на подключение к партнерке Air, которая есть сейчас у меня. Так что давайте, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал. Пока, до встречи.